Ну что там, Джеки, ты взломал замок? Че тут мудришь, а? Прикладывай карточку, да погнали. Че, не фурычишь, что ли? Блин, походу другая карта нужна. Твою ж, налево. Надо обшарить здесь все. Наверняка что-нибудь будет. О, кассета. Надо бы глянуть. Еще один рисунок. Кто рисовал? Дэдди. Злой папочка. А кто же автор? Наверняка опять девчонка рисовала. Ладно, пойдем по следам кровавым. Куда-нибудь да выйдем. Очешуеть. Чтоб мне подковы по голове прилетело. Вот это местечко. Джеки, ты только посмотри. Какой масштаб, сколько тут писем. Что же здесь делали? Похоже на огромный танцпол. Я бы тут такую дискотеку закатил. Ух. Не, это точно зал для вечеринок. А какое эхо. Здесь только и орать. Эху-у-у. Опа. Девочка. Девочка, привет. Джеки, не подходи близко, она может быть инфицирована. Сколько рисунков. Какие все интересные. Я парочку таких уже видел. Наверное, тебя зовут Меган, да? Я на рисунках видел. Как? Джеки, походу, она инфицирована. На первый взгляд безобидно. Не проявляет никакой агрессии. Что-то не так, Меган? Да ну нафиг, Джеки, ты это видишь? У меня какая-то фигня вылазит. Что это за дерево? Можешь ушивать! Чтоб меня так просроченные грибочки вштырили. Словно нечто из преисподней вырвалось. Да, Джеки, отличная идея. Надо подорвать ее к чертям. Сколько же в нее взрывчатки надо вбахать? Какая крепкая нечисть! Все? Слегла? Нет, еще живая, гляди-ка. Джеки, мои запасы взрывчатки на исходе. Оу! Кажется, она взбесилась. Джеки, будь аккуратнее. Я посмотрю, что у меня еще в рюкзаке есть. Динамит. У меня есть динамит, Джеки! Главное не промахнуться. Есть подрыв, но слабоватенько. Еще одну отведай. Ох, как четко прям под ней. Все, у меня все закончилось, Джеки. Перехожу на стрелы. Чтоб меня... Она наплодила маленьких бэбиков. Джеки, надо сваливать отсюда. Сейчас я эту чертову нечисть подожгу нафиг. Какого? Она пробила меня сквозь стены. Твою ж налево. Ладно, отведай мои бензопилы. Че, все? Бензопила зарешала. Джеки, ты это видел? Я ее разрезал напополам. Ну и гадость. Ты только глянь. Тело Меган целое. Его даже не разорвало. Может быть, попробовать его затолкать в ту машину? Так, Джеки, пошли за мной. Возможно, это поможет спасти Тимми. Джеки? Джеки, ты где? Ну, чё ты там тормозишь? Давай быстрее. У нас каждая секунда на счету. Так, в какую сторону? Давай сюда. Чёртову лабораторию не могли значки, там указатели сделать, куда, чего. Ага, кажется, сюда. Точно, здесь. Так, держим кулачки, Джеки.
Надеюсь, что получится. Ну-ка. Что-то ничего не происходит. Блин. Она не подходит, Джеки. Что делать? Кажется, у нее из рук что-то выпало. Карточка. Золотая карта, Джеки. Иди попробуй прислонить ее к той двери. Ну что тут? Есть! Сработало! Джеки, прошу вас, только после вас. Похоже, что эту часть лаборатории еще не доделали. Джеки, может нам сюда? Снова по этим пещерам. Интересно, куда она нас выведет? Да чтоб их! Еще одна такая дверь. Я думал, что мы все их прошли. Ладно, пойдем посмотрим. Назад дороги нет. Сейчас фонарик врублю. Все, я готов. Нифига не видно. Что это за место? Сколько здесь трупов? Похоже на какой-то местный алтарь, слушай. Лобное место. Вот что будет с Домом 2, если они не закроют проект. Не, все-таки в лаборатории было поуютнее, чем в этих ущельях и пещерах. Опачки. Джеки, ты не представляешь, мы снова вернулись в лабораторию. Но, похоже, нам не очень рады. Вот эта встреча. Джеки, сюда! Здесь лифт. Сейчас поедем. У нас есть золотая карта. Отправьте нас куда-нибудь подальше от этого места. Все, кажись, поехали. Шикарно. Давно на лифте не катался. Твою уж, как меня слепанул-то. Какой яркий свет. Мы в горах? Обалдеть. Мы же здесь с тобой бегали, осматривали все горы. А этого мы не видели. Как мы не могли заметить такую огромную конструкцию? Ты посмотри. Она прямо смотрит на наш остров, откуда мы пришли. А на кой черт делать лабораторию наверху горы? Опачки. Джеки, мы эту фигню видели на видеокассетах. И она еще работает. Интересно, за счет чего? Че тут? Центр управления? Теперь все ясно, эта штука сбивает самолеты. Тимми, это все ради тебя. Получается, что наша авиакатастрофа была не случайностью. Это сделали специально. Им нужны были дети. Для своих долбанных экспериментов. Эти чертовы извращуги выращивали здесь нечто. И в итоге просрали все. А мне всего лишь нужно вернуть Тимми. Мой следующий гость – это телевизионная звезда, выжившая после крушения самолета. В своей новой книге он рассказывает о том, как выживал вместе со своим сыном Тимми. Пожалуйста, давайте же поприветствуем Эрика Лебланка.
Приятно познакомиться, мужик. Я рад, что все хорошо закончилось. Вы рассказали нам о том, как выживать после самолетокрушения. Гляньте только на обложку. Я прочувствовал на себе все о том, что вы написали здесь. О, кстати, вы взяли с собой топор. Эй, хотите посмотреть, как он с ним управляется? Ну, хорошо. Тогда я для вас кое-что приготовил. Да ладно тебе, что ты скорчился? Давайте, ребят, поддержим его. Ну, что скажешь? Да ладно, все же просят. Отлично! Ну что, тогда берите ими и пошли. Я даже не знаю, как держать топор. А, наверное, вот так. Погнали! С ним что-то не так. Кто-нибудь помогите. Знаешь, Джеки, у меня такое дежавю, как будто мы здесь уже были. И все здесь такое знакомое. Хотя и в первый раз вижу. Гляди-ка. Пульт управления всей этой махиной. И мы можем сбить самолет. Твою ж налево. Что они тут творили? Кнопка деактивации. Слышь, мы тут все можем деактивировать нафиг. Давай вырубим эту штуку. Джеки, иди сюда. Это жуткое место мы не сможем уничтожить, но сможем остановить. По крайней мере, на какое-то время. Надеюсь, что эту машину никогда никто не найдет. Сердце преисподней остановилось, Джеки. Надеюсь, что оно не запустится больше никогда. Кажется, нам туда. Ладно, Джеки, пора отсюда выбираться. К
Конечно, удивительно, почему мы эту конструкцию не видели с острова. Наверное, она очень хорошо замаскирована. Ладно, погнали. Хорош в окошечке смотреть. Джеки, я сейчас без тебя уеду. Не знал, что ты сквозь лифты умеешь ходить. Ладно, Golden карта, отправь к нас отсюда подальше. Приехали. Опять в потемке какие-то. Где тут мой фонарик? Господи, в этой сумке фиг что найдешь. Черт, еще и... Что за шум? Так, сейчас я батарейки изменю. Погнали, посмотрим, что там. Словно кто-то в коробках шебуршал. По всей видимости, это оборудование готовили, чтобы поднять наверх. Но не успели. Джеки, кажется, здесь выход.